Когда-то давным-давно существовал один городок недалеко от большого мегаполиса. Через него проходило шоссе, но местные жители не хотели, чтобы их тревожили. Именно тогда в городок приехал известный писатель Холл Балтимор. Он путешествовал по стране, рекламируя очередную книгу из серии о ведьмах и колдовстве. Ну что, приятно быть второсортной версией Стивена Кинга? Не особо. А вы в курсе, что у нас тут произошло массовое убийство? Может, народ захочет об этом почитать? Знаете, пожалуй, я уже поеду. Славный город, но пора двигаться дальше. Вы писатели, не хотите услышать о массовом убийстве? Поезжайте со мной и взгляните на труп в морге. Чёртова развалюха! Похоже, дело рук серийного убийцы. Как насчет совместной книги? Мы сработаемся. Я хочу хоть раз написать что-то для себя, что-то личное. Ты понимаешь? Я не хочу больше писать про ведьм. Зато я тут вешаюсь со счетами, пытаясь одновременно выкроить на еду. Я пишу, потому что проблемам с деньгами нет видимого конца. А сны я вижу, потому что сбился с пути в реальной жизни. А ты здесь откуда взялась? Вы проехали мимо меня на шоссе. Можете звать меня Ви. Ви звучит неплохо. А полное имя? Ночь была... влажной. Ночь была... темной. Пелена тумана покрыла гладь озера Миника. Туман. На поверхности озера не было ни клочка тумана. Привет, Бобби, это Холл Балтимор, и я согласен писать с тобой книгу. Добро пожаловать в мою мастерскую. Вы делаете гнездовье для летучих мышей? Ага, это скворечник. Разница огромная. И мыши с птицами отлично это понимают. Ну, вообще, обычно я пишу о ведьмах. Но что есть вампиры, если не ведьмы, сосущие кровь? Присядьте. Так что у вас на уме? Только представьте, авторы Холл Балтимор и Бобби Лагрэндж. Блеск. Я слушаю. Однозначно дело рук серийного убийцы. А заражает их чертов фламинго. Это злые создания? Все они порождения тьмы, поклоняющиеся смерти. Я хочу знать правду. За нее придется платить. У меня нет выбора. Расскажи мне все до конца. «Между сейчас и восходом». Фильм Фрэнсиса Форда Копполы. Дождитесь и будете приятно удивлены.